25 по 27 сентября волгоградцы смогут посетить ретроспективные показы фильмов всемирно известного советского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ Элема Климова. Кинопроект, посвященный 85-летию нашего земляка, составит 5 разножанровых картин, которые будут показаны на 7 площадках Волгограда. На фильмах знаменитого режиссера выросло не одно поколение. В числе самых известных картин «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «Иди и смотри», «Агония». Надо отметить, что Волгоградская область не первый раз становится площадкой для проведения мероприятий, посвященных известному режиссеру. Так, в 2018 году на базе лицея номер 5 прошел 7-й Всероссийский фестиваль детского и подросткового телевизионного творчества «Детвора-2018», который был также посвящен 85-летию со дня рождения Элема Климова. Напомним, в прошлом году в этом образовательном учреждении, бывшей школе номер 8, где учился Элем Климов, был открыт памятный знак, посвященный творчеству режиссера.